«Металлург» не выигрывал в сети «Киеве» у «Болони» практически 8 лет. Как сегодня удалось? Насколько сложна была игра? Да, на самом деле очень тяжело здесь играть. Я знаю, потому что немало игр провел здесь. И в первую очередь очень важно было сегодня нам победить, так как эта игра, можно сказать, была даже за 6 очков. И мы в тяжелой ситуации, и команда соперника, а «Болонь» также в такой же ситуации, чуть даже, может, хуже. Очень важна была победа, и очень хорошо, что победили. Тем не менее, первый тайм был довольно-таки равный. Что сказал, наверное, тренер в перерыве, чтобы вот вы переломили игру все-таки? Ну, продолжать в том же духе. Не могу сказать, мы в какой-то степени, на мой взгляд, переигрывали команду. Были хорошие моменты, но не использовали. Надо было предельно внимательно сыграть в обороне и забить важный первый гол. То, что мы и сделали. Все-таки гол наверняка будет спорный, потому что были вопросы у игроков о «Болоне» к арбитру с офсайдом. Как вы считаете, было ли там вне игры? Мое мнение, чистый гол, но не мое дело разбирать. Арбитр засчитал, значит, чистый гол.